Илья, почти как из трех богатырей. Он экстремал, скачет на своих штуках с колесами по перилам. Вроде и агрессивные ролики называются, но также и плясать может. Более 10 лет он с огромным удовольствием занимался народными танцами в детском коллективе «Звоночек». Кстати, познакомилась я с Ильей тоже на танцах. Катание на роликах для него чем-то похоже на танец, потому что движение раскрепощенное, не скованное, и ты вправе сделать все, что хочешь, вложив свою изюминку, стиль и душу в трюк. Thank you.